замена датчика Холла на карбовой восьмерке. Дубль. Эти винтики должны быть медные или латунные. Угу. А они ни хрена не медные. Ну, короче, старый. Вроде рабочий, но, возможно. Вроде бы рабочий, да. Починают. Вот. Ну, новая камерка. В общем, это продолжение. Это получается будет третья часть. Ну, забегу наперед. В общем, машину мы завели. Вот мы, короче, это. Серега переделал, забацали, короче, мы провод, вот, все поставили обратно, все нормально, короче, машина заводится, ну, видите, причина была в битом проводе, то есть, а мы тут начали уже рассказывать именно провода херовые, короче, датчик Холла купили в магазине, а он очковый, ну, в принципе, а шо? Ну, кто мог знать, что будет такая фигня и отвалится именно в этот момент провод. Ну, я думаю, у всех бывали случаи, когда именно думаешь, сейчас я поменяю, оно как заведется, оно, короче, не заводится, и оно там именно одно поломалось, потом второе, потом третье, десятое, и, короче, пол машины перелопатило, а оказывается, надо было просто там лампочку поменять на фаре. Ну, такая фигня, короче. Ладно. И что-то мы отвлеклись именно. Сегодня именно бодерое такое настроение именно, хочется поговорить. Погода, правда, не сильная. Погода именно весенняя. Вообще осенняя именно. Сегодня. Весна. Мы тут уже стоим сколько? Часик, наверное, ковыряемся, да? Да, мы уже половину заявок поделали. Не пались. Не, ну мы просто нормальные работники. Да, мы именно работаем. Мы стараемся. Да. Во благо. Как Голубочкин. Говорит, да. Вот провода вот эти конченые. Если на этом датчике они были тоненькие. Вот для сравнения. На треть тоньше. И они гнулись нормально. А с этими надо их так стараться укладывать, чтобы они вот сюда в корпус не упирались. Потому что перетрутся со временем. Ну да. Может через год. Ну зато он будет знать, что в этот раз и будет... Ha ha.